Добрый день, дорогие наши отважные, храбрые и прекрасные мужчины! Здравствуйте, любимые, неповторимые и родные наши защитники! Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. Мы ценим все, что вы для нас делаете, и очень гордимся вами, ведь за вашими широкими спинами нам ничего не страшно. Таковыми и являются. И неважно, кто это, девушки, мальчики, мужчины. Все мы здесь для того, чтобы защита Отечества была всегда. И пытаемся все больше и больше этому способствовать. Поэтому хочу вас поздравить. Главное, чтобы все были здоровы, чтобы у вас все было в семье хорошо, ну и чтобы вы защищали и всегда могли встать на защиту Родины.